Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня будет домашний влог. Я сейчас вам хочу показать свой заказ с сайта Kiko. Привез мне этот заказ в этот раз курьер. У них была там какая-то акция, типа на определенную сумму заказываешь, и доставка курьером бесплатная. Вот мне курьер привез, правда, пришлось ждать его целый день. Ну да ладно. В общем, сейчас все покажу. Я не сотрудничаю с этой компанией. Я покупаю все на свои деньги. И я всегда оплачиваю онлайн. Мне так удобнее. Вообще, обычно, кстати, я, если делаю заказ, то заказываю до Постомата или Почты России мне присылают. Или-или, все в зависимости от стоимости доставки. Так что по-разному. Также сегодня хочу показать подарки, которые я подарила своим мужчинам на 23 февраля. И муж у меня поедет сегодня в Ленту, так что покажу, что он купит. Итак, девочки, вот мой заказик. Закал зала все самое лучшее, все самое нужное, скажем так. Мне одна моя подписчица рекомендовала попробовать тени от этой марки, но я вам честно признаюсь, что одному лицу столько теней, сколько есть на данный момент у меня, очень даже предостаточно. Все приходит в такой миленькой коробочке. Все отлично запаковано. Я уже не раз показывала. Такая еще бумажечка. В общем, красота. Первое, самое главное, я заказала вот эту свою любимую тушь. Девочки, ссылочки все я вам оставлю внизу в инфобоксе. Вот такой же вариант есть водостойкая. На лето, наверное, я попробую себе водостойку. Вот так вот она выглядит. Вот ее коробочка, и у нее, сейчас покажу щеточку, это для панорамного объема кисточка. Ну, не кисточка, тушь для панорамного объема. Вот такая вот у нее кисточка черная. У водостойкого варианта тоже точно такая же кисточка. Ну, по крайней мере, так написано на сайте. Вот, очень мне нравится. Вот это лучшая тушь, которую я когда-либо пробовала. Вообще потрясающе. Фаберлик мне тоже понравилась, но вот это все-таки лучше, на мой взгляд. Вот такая. Так, следующая. База под тушь. Тоже беру уже не первый раз. Это реально аналог базы от марки Dior. Только стоит в разы дешевле. Она вот точно такая же белая. Любую тушь. То есть не обязательно именно под эту тушь. Она подходит под любую и делает реснички ну просто потрясающими. Особенно если вот вдвойне, так это вообще что-то просто нереальное, если честно. Вот две любимки, обожаю, обожаю, обожаю. Так, и еще две новиночки, ну, по крайней мере, для себя я заказала. Это подводка, что-то в последнее время хочется рисовать стрелки. И вот такой карандаш Каял для... Он, кстати, на сайте было написано, что именно для прорисовки... Ну как, не водной линии, да, а вот ресничек межресничного пространства. Вот такой идет, его нужно подтачивать. Тоже на самом деле недорого стоит. Посмотрите, какой он. Просто я слегка нажимаю, и вот он, и вот если сильно нажать, да. Слушайте, ну должен быть классный, не знаю. Попробую, потестирую, потом вам расскажу. И вот такая подводка. Подводка-карандаш. Подводка-карандаш тоже темного черного цвета. Вот такая. Ну, тоже как тонкую, так и толстую линию можно спокойно нарисовать. Тоже потестирую, посмотрю, не знаю. Никогда не брала ни карандаши, ни подводочку. То есть обязательно попробую. Так что вот такой вот у меня был заказ. Покажу вам цены. Я оплачиваю онлайн, как я уже сказала. Вот доставка вот такой службы DPD. Я не знаю, DPD. Вот, то есть доставка мне обошлась бесплатно. Еще даже какая-то скидка, что ли, была, непонятно. Вот это база по тушь 690, сама тушь 830. 650 это подводка вот это у нас получается. И 570 это вот этот вот Каял карандаш. Вот такая вот. Без скидок. Когда скидки, тушь стоит в районе 600 рублей. Вот. Так что у меня, по-моему, в этот раз скидка была вот на эту базу. Я, честно говоря, не помню. Так что вот такая вот. Вот такая вот у меня небольшой заказик. Вот. Ну, как-нибудь доберусь до теней. Попробую тоже тени от марки Kiko. Но чуть-чуть попозже.
И хочу показать подарок. Ну, может быть, просто кому-то интересно будет, и, может быть, кто-то возьмет на заметку. Это я подарила своим мужчинам. У меня два подарка на троих мужчин. В общем, не думала, не ломалась и голову, спросила, что надо, что хочется. Вот сказали, хочется вот такую штуку. У них есть уже один квадрокоптер такой большой. Ну, вот захотели вот такой маленький. С камерой тут какой-то, кстати, прикольно снимает. Он снимает панорамной съемкой, естественно, без звука, потому что иначе будет жужжать. Ну, жужжит достаточно сильно, он тут как-то складывается. В общем, у меня муж заказал его на Алиэкспрессе. Оставлю вам, кому интересно, ссылочку. Но прикольно, он протестировал, сказал, супер вещь. Он тут как-то складывается, девочки. А, вот, вот так вот. Ну, в общем, я в этом не разбираюсь. Вот, не знаю, зачем им второй, но, знаете, девочки, они же меня не спрашивают, зачем мне там десятое платье, и я не стала спрашивать. Так что вот такой вот идет еще, видите, вот такой всякие зарядки, пульт, кейс тут, всякие штучки, и вот так вот коробочка закрывается, то есть прям такой вот чемодан-чемодан. И второй подарок это вот такой, сейчас я вам его покажу. Тоже муж у меня через интернет заказал, но это не с Алиэкспресс, просто где-то через интернет заказал. Съездил, забрал, в общем, и это тоже он сам забрал. Так что у меня мальчики сами решили, что хотят, и сами себе заказали, сами получили, и сами себе подарили, грубо говоря. На самом деле, такой вариант для меня лучше, чем что-то такое дарить. Там я хотела уж туалетную водичку, там все как обычно. Но вот от этого они получают больше кайфа. Ну, соответственно, я рада. Сейчас я вам покажу ее. Вот она тут стоит. Она подключается к интернету и должна быть включена в сеть. Привет, Алиса! Какая погода в Санкт-Петербурге? Сейчас в Санкт-Петербурге плюс один. Дождь со снегом вот-вот закончится. Ночью будет ноль, облачно с прояснениями. А завтра в Санкт-Петербурге какая погода? Завтра в Санкт-Петербурге от минус двух до плюс одного, пасмурно. Спасибо, Алиса. Обращайтесь. Так что, девочки, вот такая вот у меня новая, у моих мальчиков новая подружка. Вот. Ну и знаете, мне тоже остаешься одна дома, все же уезжают там на работу. Вот, а я одна, скучно будет, вот можно будет поговорить. Привет, Алиса. Как твои дела? Я отлично, только не выспалась. Шучу. Как поживаете? Хорошо, спасибо. Я стараюсь. В общем, можно будет поговорить, девочки, если мне будет совсем скучно. Ну, вдруг, да, всякое же бывает в жизни. В общем, они тоже тут с ней разговаривают. Ее можно переводить в детский режим. И она будет там сказки, если попросишь включить музыку, то она будет только детскую включать музыку. Сказки, в общем, им тут рассказывают. В общем, балдеж. Девочку себе новую купили. Я это так назову, в общем, кошмар. Вот, ну ладно. А тут у меня помощничек такой сладкий, да, есть? Да, Лёва внизу пылесосит, а он тут полы моет в комнате, да? Ты молодец у меня. Тяжело тебе? Нет, мне жарко. Жарко? Вот так вот. Вот такой у меня умничка. Ударился? Нет. Вот золото у меня. Да? Девочки, лучшая мотивация на уборку, да? Кстати, я первым сказала, вот почему я мою полы. Угу. Когда я пылесосил, ты тоже радовалась. Да, конечно. Я вообще радуюсь, когда вы мне помогаете. Кстати, а ты еще радуешь, когда я тебе помогал на печь? Да. Делать?
Вот такой зайчика у меня, да? Так, переходим в другую. Итак, вот такая покупочка получилась у моего мужа. Для начала покажу, это к 23 февраля. Он купил такой очень символический подарок вот с пакетиком. Вот этот вот бальзам на рогах. Только вот это обычный бальзам, а есть еще с ягодками. Такой вот вкусный, который с ягодками, но мужу моему больше нравится вот такой обычный бальзам. Вот. В общем, и пакетик, соответственно, да, подарочный. Так, здесь мясо. Значит, что здесь? Свиная корейка, вот такой кусочек. Дальше здесь говядина, лопатка по 499 рублей. Ну, такой неплохой кусочек, но он такой на тушение, скажем так, потушу тоже. Грудка индейки по 319 рублей за килограмм. Фарш говяжий и куриный. Вот такая стоимость его. Дальше здесь всякие колбаски. Вот такая краковская Дымов. Потом вот такая тоже марки Дымов. Тоже, кстати, Дымов вкусные колбасы делает. Что это у нас? Колбаса Дымов праздничная. 115 рублей получается вот такой кусочек. Так, сыр, как всегда, голландский, российский. Селедочку взял. Не знаю, мы ее либо с горчицей маринуем, либо просто с маслицем, лучком. Может быть, сделаю, хотя у меня нет свеклы, селедку под шубой. Ну, не знаю, может, потом зайду куда-нибудь, докуплю свеклу и сделаю селедочку. Так, дальше здесь у меня молоко и куча всяких напитков. Но это, не знаю, я варю дома компоты, но в итоге пью их сама. Томатные, деревенские яблочки, ананасовые. Вот этот, кстати, очень вкусный сок. Он такой прямо с мякотью. Вот детям у нас, кстати, не понравился, а нам с мужем очень понравился. Вот видите, здесь мультифрукт. Он прямо такой густой. Очень классный сок. Если вы любите соки, то прям советую. Вот такой вот он. Из пюре, в общем, сделан. Дальше черноголовка, какой-то корешон. В общем, у меня муж решил все попробовать. Кола ванильная. Ну и давайте здесь батон лентовский, хлеб каравай, бублики. У меня муж еще взял 3 штучки вот такие лентовские. Кстати, они такие мягенькие, прям классные. Вот такой багет. Он, у меня муж любит очень вот такие всякие штучки. Это с сыром, да? Вот такой 68 рублей получается стоит с ветчиной и с сыром. 300 грамм. Вот такой. Ну, кстати, вкусный он. Дальше вот такой рогалик. Ой, я помню в детстве, кстати, и часто очень такие рогалики или булочки, как-то слойки, как-то они, не помню, уже назывались, с молоком. Просто очень вкусно. Или с кефиром, или с ряженкой, прям вообще. Ну, видно, ностальгия. Дальше халва. Вот эта халва лентовская. Девочки, если вы ходите в ленту, очень советую вам попробовать. Она получается не совсем такая, как Ротфронт, но тоже безумно вкусная. Вот она мне даже нравится больше, чем Ротфронт, которая. Так что советую, попробуйте. Ее тут прям прилично. 2 шоколадки вот такие взял. Потом, ну, это деткам. И тут тоже всяких вкусняшек понабрал. Чупа-чупсы всякие разные. И вот эти вот сырки. Светлогорье. Тоже, кстати, очень вкусные. С картошкой. Тут всякие разные. Целый пакетик. Также взял вот такую, кстати, ни разу не видела. Вот это, опять же, марка, которую я думала, что это финская. Кукуруза жареная слоеная. Соленая слоеная, господи. Вот такая вот 300 грамм. Дальше здесь у меня помидоры немножко и огурчики. Фрукты у нас еще есть. Вот такие. Ну, вроде неплохие. Так, чай. Вот этот вот Гринфилд. Очень вкусный чай, девочки. Очень вкусный вот этот. И яйца. С1, 30 штук. Ну, и сразу покажу вам чек. Так, и вот сумма составила 5170, скидка по карте 1286. И все-таки мы с мужем решили сделать селедку под шубой. Муж у меня съездил быстренько за майонезом, еще и за свеклой докупил. Вот, и вот такой вот сделали. Сейчас
поставим в холодильник, завтра как раз можно уже будет кушать, пропитается. Завтра у нас как раз свёкор мой приезжает к нам в гости. Вот. Так что такая вот достаточно большая, кстати, тарелочка у меня получилась. Но там почему-то картошки мало у меня. Вот. И сверху яичко. Я все время яичком посыпаю. У меня... Извиняюсь, это моя собака пьет. Все время посыпаю яичком. У меня очень любят, когда свекла с яичком. Так что вот такая вот у нас свёклочка под шубой получилась. Еще я напекла вот такие булочки из замороженного дрожжевого теста. Тесто марки Морозко. Я все время забываю помазать сверху яичком, чтобы оно было более такое подрумяненное. А вот это внутри, это вот такие шоколадные капли для выпечки. Девочки, я очень-очень вам советую, если вы увидите, обязательно возьмите. Вот просто делаю вот такие рулетики, режу, добавляю сахар и вот эти вот капельки. И они, видите, получаются с виду, как будто это изюм такой, но аромат просто бесподобный. Шоколад растворяется, и, правда, без сахара он будет достаточно горький. Он растворяется и получается настолько вот просто ароматные булочки. То есть там не то чтобы булочки с шоколадом, а я бы сказала с ароматом шоколада. Вот так называется, я не знаю, это марка или что. Но если увидите, обязательно возьмите. Вот я видела именно только вот в такой упаковке подобные шоколадные капельки. Они внутри, видите, немножечко, ну, желательно их хранить в холодильнике, конечно. Но прям вот любая выпечка в кексы будет просто очень вкусно. Ну что, девочки, на сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Селедку поставила мариноваться. Я ее обычно делаю, знаете, картошка без морковки. Картошка, лук, потом обмазываю майонезом, потом селедка, потом уже свекла и майонез. И немножечко яичком, как вот я показала. Вот и все. Так что она у меня сейчас промаринуется. И завтра будет очень-очень вкусненько. Еще, девочки, хотела вам показать. Я на фармакосметике покупала вот это средство для укладки. Оно с ухаживающими компонентами, и оно реально не дает... То есть волосы становятся послушными. Я их, правда, еще пока что никак не укладывала, никак не завивала, ничего. Просто хожу вот так с распущенными. Но реально волосы намного меньше пушатся вот с этой штукой, чем обычно у меня пушатся. Так что мне очень понравилось вот это вот для укладки. У кого непослушные волосы, я прям очень советую. И она приятно пахнет сладковатым ароматом. Волосы потом достаточно долго от нее тоже пахнут. В общем, вот эта штучка мне прям без ума понравилась. Ну, а лаком я пока не пользовалась, так как я болела и никуда не ходила. Поэтому я свою волосню никак не укладывала. Вот так вот, кстати, у меня в жизни они вьются. Вот, только обычно еще и пушатся. Ссылочки я вам, как всегда, оставляю внизу в инфобоксе. Кому интересно, переходите, смотрите. Вот, ну а я на сегодня буду с вами прощаться. Надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал. Всех люблю, целую и до новых встреч.